Из всего, что есть в мире, меня вдохновляет человек, деятельность человека. То есть, если я вижу, что человек это делает, он получает кайф, я тоже получаю, я хочу делать. Есть такие действия, я же говорю, которые, вот, допустим, кто-то встал с утра, улыбнулся, мне это уже вдохновило. Не знаю, мне реально приятно. Когда человек общается с тобой, он получает удовольствие, то и я получаю удовольствие. Спокойствие, мышление, уверенность. Вот эти волны, они идут плюс-минус одинаково. Вот практически одинаково, с одинаковой силой. То есть они нет такого, что одна выше, другая ниже. Они еще слабые, спокойные, тихие. Меня очень сильно злит бессилие, когда я не могу человеку не помочь вообще ничем. То есть, когда, если человек, ты знаешь, говорю, грубо говоря, летит со скалы, ты уже ничего не сделаешь, меня это бесит. То, что меня бесит. Самый, наверное, страх – это вот оказаться не то чтобы одному, оказаться без помощи. То есть, когда ты окажешься в таком кругу, где тебя ничего уже не спасет. У меня был еще один страх, это такой вот, знаю, страх детства. Мне всегда было страшно в темноте. Вот именно темнота. То есть сейчас я могу спокойно там вечером идти на улицу. А мне даже вот, ну как-то на улицу не сильно хотелось вечером. То есть там все ребята гуляют, меня зовут гулять. Я такой вот немножко стемнело, мне вот уже не хотелось. У меня всегда был ночничок, у меня мама такой купила небольшой ночничок в магазине. Он меня всегда светил, то есть у меня в комнате такой свет слабенький был. А это выключили свет, был аварийный обрыв линии. Мне не хотелось спать, у меня была свеча, я ее там как-то там зажег, она, короче, сгорела, я до сих пор не заснул. Я просто же лежу, господи, я вот так вот лежу, я четко помню, у меня через кровать стоит к стенке, я вот так вот лежу. Я в итоге заснул, и потом я такой, на следующий день я просто не включил ночник и все. Глаза умеют говорить абсолютно все о человеке. Несмотря на их цвет, на их разрез, они скажут эмоции человека, чувства человека, сознание человека. Они расскажут о человеке все, только нужно их уметь читать.